Поморье продолжается летняя оздоровительная кампания. Накануне любимый лагерь маленьких северодвинцев «Северный Артек» отметил свой день рождения. Ему исполнилось 53 года. В честь праздника лагерь посетили представители областного правительства, приехали чиновники не с пустыми руками. За 4 летних смены в этом году в Северном Артеке отдохнут 974 ребенка. В планах правительства Архангельской области сделать лагерь образцово-показательным. Сейчас здесь 8 жилых корпусов, несколько спортивных площадок, столовая на 350 мест и медицинский кабинет. На всей территории проведена акарицидная обработка. В свой день рождения Артек получил еще и спортивный инвентарь, а также музыкальный центр. И самый главный подарок от губернатора – сертификат на приобретение автомобиля. В будущем здесь планируют усовершенствовать площадки для игр и соревнований. А вот компьютеры вам никто не будет ставить, потому что вы должны от них отдохнуть в летний отдых. Да? Да, в летний период отдохнуть. Дома поиграете на компьютерах. Да, не надо, не надо. Телевизор-то есть? Да. Из ведомства Севмаша лагерь перевели в собственность области, так что теперь в Северном Артеке отдыхают ребята со всего региона, в том числе из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таких этим летом в лагере отдохнет 762 человека. Скоро в Пингише оборудуют и специальную переправу через реку. Раньше расстояние до лагеря приходилось преодолевать на водном транспорте. Кстати, недавно Северный Артек вышел на международный уровень. Сейчас среди его персонала 2 египтянина, 2 турка и 1 китаец.